Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель 2010 года фирма Trumpeter BMP3 MICV. Такая интересная модель выпускается фирмой Trumpeter. Довольно хорошая плотная коробочка. Доверху заполненная литниками. Сверху, видим, лежит инструкция. И такой красочный лист с вариантами окраски данной БМП. Ложим коробочку в сторону. И начнем с инструкции. Инструкция выполнена в виде книжечки. Ну, инструкции фирмы довольно хорошо сделаны, отпечатаны, удобны. Как видим, в наборе наборные траки данные. Все хорошо схематично показано. Присутствует интерьер. Кто любит собирать модели с интерьером, модель будет довольно интересной. Интерьер башни. Все хорошо показано. И не особо много этапов сборки. Всего 13. Хотя набор состоит из 768 деталей. Да, это фототравление, траки наборные, но все же деталей довольно много. Хорошее качественное литье. Кто любит собирать данную фирму, многие знают, что новые модели, новые наборы хорошо собираются без каких-либо проблем. Вот элементы интерьера, сиденья. Бревно на литнике дано. Вот такой вот имитацией. Пластик довольно приятный. Хорошо сделана расшивка на модели. Неплохо отлиты и мелкие детали. Идет небольшой шов пресс-формы, но это не критично. Без проблем убирается острым ножом или наждачкой. Катки. Тоже присутствует на них небольшой шов.
большой литник. Элементы башни. Катки. Ну и два одинаковых литника с подвеской, с опорными катками, со звездочкой ведущей. Сиденье для интерьера. Как видите, все хорошо отлито, без каких-либо претензий. Да, попадаются следы от толкателей, питателей. Ну, они тоже без проблем убираются. Довольно хороший набор. Два небольших литника. Один литник со звездочкой, второй литник с какими-то люками. В таком пакете даны наборные траки. То хорошо, что они уже порезаны. И на маленьком литничке два трака. Очень просто это все срезается, зачищается и собирается. Ну, а это гребни для траков. Вот, собирая трак, приклеивая гребень, конечно, могут немножко возникнуть какие-либо трудности. Верхняя часть корпуса. Неплохое литье. Все ровно. Без каких-либо искривлений. Башня. Башня дана одной деталью. Довольно неплохо сделано. Нижняя часть корпуса ванны также дана одной деталью. Литник с прозрачными деталями. Небольшая декаль, я ее не вскрывал, там особо нечего показывать. Цифровое обозначение, номер бортовой. И небольшая плата с ототравлением. Сейчас ототравление вскрою, чтобы оно не бликовало от света. Отравление в защитной пленке. Вот отравленных деталей не особо много. На этом, друзья, буду заканчивать данный обзор. Модель интересная. Если заинтересовала вас, то вы ее можете заказать в магазине «Я моделист». Ссылка будет в описании под видео. Всех благ вам, вашим близким. Спасибо вам, друзья, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. До новых встреч!